Привет, подписчики и гости канала! В этом видео вы увидите рецепт кукурузных булочек со свининой и зеленым луком, приготовленных на пару. Приятного вам просмотра! Для начала готовится тесто. Для него понадобится 300 грамм кукурузной муки, 300 грамм пшеничной цельнозерновой муки, 1 чайная ложка соли, столько же соды, 100 мл растительного масла, 2 яйца, 250 мл кефира. Замесить тесто. Накрыть тесто и оставить на 20 минут при комнатной температуре. Для начинки понадобится пучок зеленого лука. Добавить к нарезанному луку 300 грамм свиного фарша и чайную ложку соли. Фарш перемешать. Остаявшее тесто разделить на шарики примерно по 65 грамм. Смазать решетку пароварки растительным маслом. Выкладывать начинку по столовой ложке и закрывать. Можно предварительно смазывать руку маслом, чтобы тесто не прилипало к ней. Булочки желательно не ложить близко друг к другу. Готовить 40 минут. По истечении времени булочки готовы. Они прекрасно подойдут к чаю или же просто со сметаной. Благодарю за просмотр данного видеорецепта. Ставьте лайк, если понравилось, подпишитесь, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!